Новый хоккейный сезон стартовал в Лиде. В пятницу на арене Ледового дворца прошел очередной хоккейный поединок чемпионата Беларуси в экстралиге. Право вбрасывания первой шайбы на лед на торжественном открытии матча досталось заместителю председателя Федерации хоккея Беларуси Артему Васильеву. Ну, во-первых, хочу поздравить всех лидских болельщиков со стартом нового хоккейного сезона. Лида, да, уже провела два матча, но домой, скажем так, хоккей только пришел сегодня. Вот, поздравляю с этим событием. Для Лиды это может быть по-настоящему знаковым сезон. Подобрался довольно неплохой состав. Лида с каждым годом прибавляет. Уже для Лиды, я думаю, что нет такого соперника в Лиде, которого вообще в лиге, которого нельзя победить. Поэтому, ну, собственно, хочу пожелать удачи команде и новых совершенств в этом сезоне. Сегодня первый домашний матч. 2 сентября 2024 года у нас началась твориться новая история. Был образован в Лиде клуб по хоккею шайбой «Лида», и он стал государственным учреждением, в составе которого команда экстралиги, которая сегодня на поле, команда нашего фарм-клуба «Рыцари» и школа «Сдюшор» по хоккею с шайбой, которая содержит 12 возрастов наших воспитанников. Со 2 числа мы стали полноценным хоккейным клубом, который в своем составе имеет все направления деятельности. Сегодня мы начинаем нашу новую историю. Мы рады приветствовать всех наших гостей и болельщиков. Хотим сказать спасибо всем, кто помогает нам. Спорт – это мир. Противником личан в первой домашней игре сезона оказался Могилев. Напомним, старт экстралиги для личан начался неудачно. На двух матчах в Орше Лида дважды уступили Локомотиву с минимально возможным счетом – 0-1. Однако первая домашняя игра принесла личанам и первую победу в чемпионате. Хоккейный клуб Лида на родной арене одолел Могилев со счетом 2-1. Автором первой шайбы Лиды стал Максим Карпов, а победный гол в активе – Артура Пархомчика. На протяжении всей игры болельщики пристально следили за ходом игры и желали долгожданной победы любимой команде. Положительное впечатление о матче. Посещаем часто матчи, каждый домашний матч. Стараемся посещать по мере возможности. Конечно, верим в победу команды Лидской и всегда за нее болеем. Я игрок ХК «Лида» Иван Юхневич. По первому периоду могу сказать, что упорная борьба идет. Ни одна команда не хочет уступать, хочет забрать важные очки на старте чемпионата. Поэтому, мне кажется, весь матч так может пройти. Болеем за «Лиду», за город наш. Впечатление хорошее, начало неплохое. Болеем за Могилев. Специально приехали из Могилева на спаренную игру посмотреть. Все нравится. Могилев немножко сильнее в атаке. Но немножко команде не везет. Будем надеяться, забьют гол 2. Повторный поединок против Могилева состоялся в минувшее воскресенье. Трехкратное преимущество по броскам победить хозяевам льда не позволило. Личане уступили противнику со счетом 2-3. В турнирной таблице экстралиги Лида располагается на 9-м месте среди 14 команд.